Добрый, рад вас видеть на канале Рахнофорц. И смотрите сейчас за окном, какая у нас зима. Вот. Ну, а мы вам хотим показать сейчас красиво красочного паучка. Вот. Ну что, уже многие догадались, что это за паук. Это у нас Брахипельма эмилия. Самец взрослый. Видите, достаточно красочный, достаточно красивый, конечно, самец. У меня один из первых взрослых самцов, это был самец взрослой Эмилии. Вот, помню, когда он вышел, меня настолько поразила его окраска. Поэтому, можно сказать, теплые чувства у меня к этому виду и особенно к самцам этого вида. Но видео не об этом, а мы хотели немножко поговорить о том, что иногда у цветных брахипельм самцы созревают в очень преклонном возрасте. Например, самец от этого же разведения, даже два самца, они вышли достаточно давно в взрослых и стали взрослые. Вот, а вот этот самец, ему 9 лет. И он только в возрасте 9 лет он достиг половой зрелости. Видите, самцы из того же самого кокона уже давно взрослый, а этот вот решил настолько, можно сказать, задержаться. И сразу скажу, что среди цветных брахипельм это не самые, как говорится, поздние, бывает еще и намного позже созревают. Правда, многие из них достаточно крупных размеров, это самец не очень крупный, а бывают вообще такие монстры. Вот у нас есть сейчас самец хамори, мы его обязательно покажем, там вообще такой монстр вымахал. Вот, я знаю, у людей, у некоторых созревали самцы и в возрасте 11 лет. У нас сейчас есть цветной самец тоже другого вида, который в возрасте 10 лет еще не взрослый. Причем обратите внимание, это особи с одного кокона, и видите, у них настолько такая большая разница в созревании. Почему так происходит? Ну, часто это связано с ритмами, потому что есть сезонные ритмы, и как бы такая вот система биоритма, она сбивается у организма, и вот так вот часто может происходить. Поэтому, если вы слышите такое, что есть у кого-то там самцы, и которые не половозрелые уже в возрасте там 6, 7, 8 и так далее лет, то вы не удивляйтесь, это явление, можно сказать, достаточно обычное. Вот. В Европе тоже иногда часто пишут на профильных форумах о том, что самец вышел там в 12 лет. Вот. Причем содержался в очень хороших условиях, в высокой температуре, хорошем кормлении, хорошем наличии поилки. Ну вот такое вот происходит. Часто, конечно, это происходит из-за того, что вот как раз условия среды или условия обитания непостоянные. Постоянно, например, высокая температура. Если бы наоборот были бы колебания, то чаще всего самец бы вышел раньше. Ну что, на этом замечательном моменте, наверное, будем завершать наше сегодняшнее видео. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока.